Вот такие клевые товары вы увидите в этом видео. А еще в конце видео будет конкурс. Пошли смотреть! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня я для вас подготовил топ из 20 самых покупаемых товаров для выживания и кемпинга с сайта AliExpress. Очень надеюсь, что вам видео понравится и прошу поддержать меня лайком. Чтобы не пропускать мои ролики, нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик и всегда будете в курсе новостей на канале. А еще рекомендую вам пользоваться кэшбэком. Это такое приложение, которое позволяет вам экономить часть денег с покупок в множестве интернет-магазинов, включая AliExpress. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будет годный комплект 6 в 1 для готовки в походе на спирту. Все предметы складываются в миниатюрную печку-спиртовку. Это кемпинговый набор посуды, предназначен для одного или двух человек. Изготовлен из анодированного алюминия, твердый и легкий. Чаша может быть использована в качестве крышки. Компактный размер, подходит для кемпинга, пешего туризма, альпинизма, пикника и других мероприятий на свежем воздухе в любое время года. Набор включает в себя кастрюлю на 0,9 литра, чашу с крышкой 450 мл, подставку, базу, стекло, полотенце и чехол. Легкая, компактная и портативная газовая плитка для походов приготовления пищи на природе. Плита имеет устойчивую конструкцию, благодаря чему удобно использовать котелки больших размеров. Модель оснащена гибким огнеупорным шлангом, пьезоподжигом и футляром для хранения. Топливо – жидкий газ-бутан от баллона 220 грамм. Пьезоподжиг – регулятор мощности пламени. Плитка очень компактная и легкая. Область применения – в домашних условиях, на даче, на пикнике, кемпинге, в лодке во время рыбалки или на охоте. Компактно складывается в сумочку, поставляется в жесткой пластиковой коробке для транспортировки и хранения. Непромокаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног для рыбаков, охотников, туристов и любителей активного отдыха в весенний или осенний период. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменной обуви. Главный функциональный слой – мембрана. Именно она делает носки водонепроницаемыми и, главное, отвечает за эффективное потоотведение. Работает эластичная и прочная мембрана благодаря разнице температур внутри и снаружи носка. Именно поэтому не рекомендуется одевать носки поверх обычных. Портативная газовая горелка с пьезоподжигом, вмонтированным в курок горелки. Предназначена для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Питается горелка от одноразового газового баллона массой 220 грамм с газовой смесью бутан, изобутан, пропан. Газовая горелка имеет легкий вес, так как произведена из твердых сплавов. Специальная уплотнительная резинка предотвращает утечку газа зимой и летом. Газовая горелка оснащена регулировкой газовой струи и насаживается сверху на баллончик. Перед началом работы с газовой горелкой необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и инструкцией по эксплуатации на упаковке горелки. Функциональный и надежный карманный ножик Multitool. Незаменимый помощник как на рыбалке, в походе, так и по хозяйству. Смотрится красиво. Включает в себя 13 различных элементов. Это и стандартное лезвие, и небольшие ножницы, и различные пилки, и многое другое. При этом длина ножа в сложенном состоянии лишь 9,5 см. За счет удобного карабина легко может быть подвешен на ремень, рюкзак, карман, либо на D-образное кольцо. Необходимая вещь для любителей туризма. Складная канистра на 3, 5 и 10 литров. Это складной пакет, в котором вы легко сможете перенести воду. Не занимает много места. Можно брать с собой в поход, туризм или для выхода на природу. Можно хранить в автомобиле или переносить в рюкзаке. У вас всегда будет под рукой емкость, куда можно набрать питьевой воды. Он абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит вредных соединений бисфенола А, практичен в использовании и за один раз позволяет набрать и перенести от 3 до 10 литров воды. Налобный светодиодный фонарь – это ваш уникальный помощник с особой конструкцией, в которой учтены особенности использования прибора. Это не просто яркий фонарик, это мощный прожектор. Центральная фара со светодиодом, максимальный световой поток 6000 люмен. По заявлению производителя, конечно, обеспечит обзор на сотни метров. Два боковых элемента с рефлекторами идеально подсветят пространство в радиусе 4-5 метров. Такой фонарик сегодня незаменим в хозяйстве. Востребован среди автомобилистов, велосипедистов, владельцев собак, рыбаков, охотников и всех, кто любит отдыхать на природе.
Многофункциональный нож-карабин станет отличным спутником любителям активного отдыха. Он пригодится как велосипедистам, так и туристам, альпинистам, байкерам и так далее. Изготовлен прибор из специального алюминия, который отличается легким весом и высокой прочностью. Данные приспособления сочетают в себе функции карабина, ножа и отвертки, поэтому незаменимо от разнообразия условий данный аксессуар будет уместен. Модель имеет не только нож, но и специальный серрейтер для быстрой очистки чешуи. Таким образом, она будет полезна еще и во время рыбалки. Лезвие ножа изготовлено из нержавеющей стали и заточено с обеих сторон. Эргономичный рюкзак-подсумок на одно плечо предназначен для повседневного использования в условиях мегаполиса и не только. Модель оснащена удобной плечевой лямкой, существенное преимущество которой – это возможность быстрого сброса за счет специальной системы крепления. Благодаря демпферным вставкам рюкзак комфортен для спины. Транспортная ручка, размещенная наверху, позволяет легко удерживать модель. В рюкзаке есть основное отделение, вместительное и удобное. Три внутренних кармана, закрывающиеся липучками и молниями. Один карман с органайзером, расположенный на передней поверхности сумки. Кевларовые перчатки, которые нереально порезать. Если вы часто работаете с ножом и вам надоели порезы, то такие перчатки будут очень кстати. Выполнены очень качественно, и по всему периметру перчаток расположена нержавеющая проволока, которая не дает порезать вам руку. А более 2000 заказов дают понять, что эти перчатки действительно нужная и очень полезная вещь в работе с ножом. Камуфляжная сетка «Укрытие». Сделайте тактическим любое место своего пребывания. Такие сети станут полезными при охоте, рыбалке или различных военных играх, как, например, пейнтбол. С их помощью вы можете быстро соорудить шалаш или укрытие, или можете использовать их в досуге, как эстетическую изгородь или же часть летней беседки. Такая сеть – это надежное укрытие от ветра или мелкого дождя. Она будет вам полезна как в быту, так и на отдыхе. Маленькая складная ножовка идеально как для различных плотницких работ, так и для работ по дому или в саду. Она одинаково хорошо справляется с распилом досок и реек, а также с сучьями и ветками, а удобная, приятная на ощупь рукоять из полиамида исключает возможность получения травмы во время работы. Складная конструкция существенно продлевает срок службы лезвия. Малый размер и вес делают пилу нетребовательной к хранению и транспортировке. Комфортно почаевничать на пикнике или в кемпинговом лагере вам позволит металлическая термокружка с карабином на 220 мл. Компактная и практичная посудина изготовлена из пищевой стали, которая устойчива к коррозии. Изюминкой представленного элемента туристической посуды является ручка в виде карабина. Она сделана из алюминия и не нагревается, даже если в термочашку налить кипяток. С помощью карабина термокружку можно закрепить на рюкзаке или ремне. Спасательный молоток. Этот мультимолоток должен быть у каждого автомобилиста, поскольку он может спасти жизнь в аварийной ситуации. Прежде всего, у автомолотка имеется удобный и безопасный стропорез для разрезания ремней безопасности, веревки и сетей. Второй функцией гаджета является молоток с наконечниками из вольфрамовой стали, позволяющий при аварии разбивать стекло автомобиля. Очень нужная и полезная вещица. Новинка от китайских ножеделов – копия ножа «Мамба». Клинок из стали, который обладает большой твердостью, прекрасными режущими свойствами и высокой коррозийной стойкостью. Массивная рукоять со стальными лайнерами и накладками из G10 с характерной выемкой под указательный палец. Осевой подшипник – съемная однопозиционная клипса для глубокого ношения на кармане. «Мамба» – это красивый и качественно собранный нож, который радует превосходной механикой. Отверстия под темляк есть 6 штук в один ряд, фирменная фишка дизайнера, плюс дополнительное приспособление на торце рукояти. Ручная цепная пила. Незаменима для каждого мужчины, который предпочитает активный образ жизни и готов к физическим нагрузкам, пусть даже и незначительным. Инструмент запросто распилит бревна любой толщины, а все благодаря разводке зубьев, выполненных из прочной углеродистой стали. Например, бревно диаметром 20 см можно распилить за 30 секунд. Вес туристической ручной цепной пилы незначителен, а конструкция инструмента позволяет компактно его сложить, поэтому транспортировать его комфортно и в походном рюкзаке, и в багажнике авто. Орудовать такой пилой можно одному или же призвав на помощь товарища. А это у нас специальное термоодеяло, создано для того, чтобы в первую очередь защитить человека от сильного холода или жары, шквального ветра или проливного дождя.
Его просто необходимо иметь каждому туристу, рыбаку, охотнику и вообще всем, кто оказался в экстремальных условиях и желает защитить себя и своих близких. Данное одеяло абсолютно не представляет никакого вреда для тела, сделано из достаточно прочной полимерной пленки, покрытой металлизированным отражающим материалом. Одеяло можно также применять для накрытия тента, палатки или машины. Вечная спичка, пуля. Всегда должна быть в арсенале путешественников, туристов, охотников, рыбаков, грибников и всех любителей провести время на природе или отправиться в поход. У таких людей всегда должен быть под рукой огонь, чтобы развести костер в любую непогоду, в дождливую, ветреную или холодную. Для получения огня нужно всего лишь смочить спичку горючим, опустив его в отверстие и затем чиркнуть по корпусу, в результате чего ярко вспыхнет пламя. Вечная спичка-пуля, или как ее еще окрестили, шведская спичка, полностью выполнена из нержавеющей стали. Для того, чтобы горючее вещество не испарялось, в корпусе предусмотрены резиновые уплотнители. Кремень позволяет поджигать спичку даже при температуре в минус 30 градусов по Цельсию и имеет достаточно длительный срок службы, а горючее нужно время от времени подливать. Держатель бутылок – простое и эффективное приспособление для крепления обычной бутылки разного объема как на поезд, так и снаряжение, разгрузку или рюкзак. Держатель состоит из двух частей – крепления, состоящего из нейлоновой стропы, и, собственно, держателя для горлышка бутылки в виде кольца. Одним быстрым движением крепежное кольцо отделается от общей конструкции, одевается на бутылочное горло и крепится обратно. Такой держатель – незаменимое приспособление, освобождающее руки и позволяющее держать бутылку с водой всегда под рукой. Очень компактный фонарь, заряжающийся динамическим путем, оснащен двумя светодиодами. После ручной зарядки в течение 1 минуты фонарик может непрерывно работать на полную мощность, около 10 минут. Ручка динамомашины вполне удобна даже для взрослого. После зарядки рукоять складывается и утапливается в специальный вырез. Корпус фонаря выполнен из прочного пластика. Габариты и вес фонаря позволяют постоянно носить его с собой. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, были ли вы когда-то в походе. И если да, то куда ходили. Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайф, чтобы не пропускать конкурсы. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Большое спасибо, что смотрите мои ролики. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!